Друзья, мы с вами в Московском доме романса. В 50-е годы прошлого века здесь находился маленький кинотеатр. И элементы декора еще сохранились. Это и тяжелые люстры, и грубая такая лепнина на колоннах. В общем, все то, что называлось стилем «сталинский ампир». В 50-е годы еще существовала традиция пения или выступления музыкантов перед началом киносеанса. Тебя просил я быть на свидании, мечтал о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутившись, сказала «да». Да, да. С утра побрился и галстук новый, с горошком синим я надел. Купил три астры, четыре ровно я прилетел. Я так ждал. И я ждала. Я был зол. И я сердилась. Я ушел. И я ушла. Но были я в аптеке. А я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте в тот же час. В тот же час. Эта традиция относится к 20-30 годам 20 века. Еще тогда и не кинотеатр назывался, а электротеатр. И, конечно, со сцены звучали самые любимые мелодии. И вот наш герой, наш маленький романс, о котором мы сегодня будем говорить, как раз в это время, наверное, уже в электротеатрах и звучал. На окраине где-то города я в убогой семье родился, лет 15 горе мыкая, на кирпичный завод подался. Да, это знаменитые кирпичики. Их называют классическим городским романсом. Их называют непмановской поделкой. И даже называют предтечей современных блатных песен. У Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» так сказано. «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепровская гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «Уйди, уйди», построены брюки фасона полпред и написана песенка «Кирпичики». Да, кирпичики стали символом непмановской культуры, но все гораздо сложнее. И мне не хочется отдавать кирпичики целиком непу. В рождении этой песенки виноват как раз не неп, не новая экономическая политика, а пролеткульт. Совсем напротив, пролетарская культурно-просветительская организация, которая была создана по инициативе Анатолия Васильевича Луначарского в 1917 году. Пролеткульт просуществовал не очень долго, до 1932 года, но дел наделал много. Две были задачи – уничтожить старое и создать новое. Вот с этим вот уничтожением старого все получилось очень быстро и очень ловко. А вот с рождением нового, увы и ах, так всегда бывает, друзья, когда лозунгом становится «создадим новое», новаторство, новизна. Новаторство – это плод гигантского опыта и большого таланта. И по указке новаторство невозможно. Но кто тогда об этом думал? Луначарский приказал, пролеткульт сделал. И было объявлено: новая тематика, уходим от тематики старого быта. Конечно, сразу откликнулась литература. Производственный роман. Из них, из этих романов, их много вышло. Наверное, самый такой известный, самый значительный – это роман Федора Гладкова «Цемент». А что ж музыканты? Музыкантам тоже нужна новая тематика, и производственная в том числе. Поэт Павел Герман едет
из Киева, где он живет, в Харьков, где работает молодая певица Клавдия Шульженко. Он везет с собой две песенки, первая из которых «Кирпичики». Мне кажется непонятным, почему Павел Герман, опытный, известный уже 32-летний поэт, уехал из Киева в Харьков, чтобы найти исполнительницу своих песенок. Киев тогда славился прекрасными эстрадными певцами. Ну, один из них хотя бы – это Василий Шумский, это знаменитый и певец, и автор. Нет, Герман едет к Клавдии Ванне просить, он уже известный, создатель романса «Только раз бывает в жизни встречи», автор текстов знаменитых после уже написанных романсов и автор сборника, который вышел еще в годы Первой мировой войны. Почему он поехал уговаривать молоденькую певицу, ей еще 20 нет, спеть его песенки, две песенки? Герман встречается с Клавдией Ивановной Шульженко, передает ей песенки, свои «Кирпичики», следующие, о котором позже я скажу. И молоденькая Клавдия Ивановна, она работает в это время в театре Николая Синельникова, она уже достаточно популярна в Харькове, она эту песенку поет, и песенка разлетается по всей России. Да, я верю в то, что Харьков запел эту песенку, но от Харькова до Москвы еще надо долго ехать. Интернета нет, видео нет, телевидения нет, радио практически. Как эта песенка могла в такой короткий срок разлететься по стране настолько, что она стала пародией, молниеносно пародией тут же? И это пародийные перепевы «Кирпичиков» продолжались, ну, вот, до нашего времени. Ну, например, я знаю такой пародийный текст, он называется уже не «Песенка о кирпичном заводе», а «Песенка об автомобильном заводе». «И провел Лужков реконструкцию, и поставил мотор от Рено, изменили мы всю конструкцию, все равно получилось «Москвич». Вот такой был куплет. Ехидный про машину «Москвич», выпущенную с мотором «Рено». Я подумала о том, почему «Кирпичики» так быстро стали пародией. Ну, практически почти со своего рождения. И подумала о том, что такой тонкий и опытный мастер, как Павел Герман, автор текста, он не мог не понимать, что это явно комические строки. На заводе Том Сеньку встретила, лишь бывало, заслышу гудок, руки вымою и бегу к нему, в мастерскую накинув платок. Каждую ноченьку мы встречались, где кирпич образует проход. Ну, как Герман мог такое написать? Но как водится, безработица, на завод наш нагрянула вдруг, Сенька вылетел, а за ним и я, и еще 270 штук. Ну, не мог Павел Герман серьезно, всерьез написать такие стихи. В них уже в основе заложена пародийность. Что это было? Ухмылка сквозь усы такая вот? Или вот... Заказ получили, заказ выполнили, извольте рассчитаться в кассе. Вот что-то такое. Как пела это сама Клавдия Ивановна, я не знаю, никто не знает. Пела ли она это на сцене Синельникова, может быть, обыгрывая эту сценку, может быть, пела она забавно, ведь она такая, с таким юмором, с таким огоньком была Клавдия Ивановна. Или же она пела серьезно, во всяком случае, в 1977 году Алла Николаевна Баянова записала «Кирпичики», и это, ну, просто боль души, это полный серьез, это слеза абсолютно точно, и вот так вот трогательно пыталась Алла Николаевна рассказать нам историю «Кирпичиков». На окраине где-то города
Я в рабочей семье родилась, горе мыкая лет 15 на кирпичный завод нанялась. Было трудно мне время первое, но потом, проработавши год, за веселый шум, за кирпичики полюбила я этот завод. На заводе Толстеньку встретила, и бывало, как только гудок, руки вымоешь и бежишь к нему в мастерскую, накинув платок. Каждую ноченьку с ним встречалась, где кирпич образует пароход. Вот за Сеньку-то, за кирпичики полюбила я этот завод. Но, как водится, безработица по заводу ударила вдруг. Сенька вылетел, а за ним я, а за мной 270 рук. А потом война буржуазная, обнищал, обносился народ. И по винтику, по кирпичу растащили родимый завод. После вольного счастья смоленного развернулась рабочая грудь, и решили мы вместе с Сенькою на знакомый завод заглянуть. Там нашла я вновь счастье прежнее, на ремонт поистративший год. И по винтику, по кирпичику возродили мы с Сенькой завод. Загудел завод, встрепенулись все, возродились из разных сторон. Директором управляющим на заводе товарищ Семен. Так любовь мою и семью мою укрепил этот радостный год. И на радости нам наше счастье существует кирпичный завод. И на радости нам наше счастье существует кирпичный завод. Мне хочется еще рассказать и про вторую песенку, которую Павел Герман подарил Клавдии Шульженко. Первая – это «Кирпичики», конечно же. А вторая – это «Шахта номер 3». И Клавдия Ивановна пела ее также с удовольствием. Музыка этой второй песенки целиком авторская, оригинальная. Ее написал Валентин Кручинин, автор известнейших романсов «Медовый аметистовый», «Лейся песня». «Кирпичики» он всего лишь обработал известную мелодию Семена Бельинсона «Две собачки». А здесь музыка целиком его, вот в этой «Шахте номер 3». И вы знаете, мне эта история сегодня показалась очень современной. Здесь вот эта история, она происходит в Донецке, Донецкий угольный бассейн. Здесь главный герой – простой донецкий рабочий, искренний такой парень. Здесь и любовь его простая, но симпатичная. Здесь и подвиг его, без пафоса, без излишнего шума. Он защитил своей жизнью
знаменитую шахту номер 3, гордость Донецкого угольного бассейна, не сдал ее белякам, белогвардейцам. И мне очень хочется, чтобы в нашем 21 веке такие искренние простые истории смогли создать наши современные авторы. Такие истории, как песня Валентина Кручинина на слова Павла Германа «Шахта номер 3». Он был шахтер, простой рабочий, служил в донецких рудниках. И день за днем, с утра до ночи, долбил пласты угрюмых шахт. Был одинок, вставал чуть свет, работал долгих 20 лет. При нем многое видала, многое слыхала, многое узнала. Шахта номер 3. Пришла весна, а с ней и Оля. Проснулась крепкая любовь, по вечерам тянула в поле и горячей бурлила кровь. Манил простор рябиный куст, забор, скамья и свежесть уст. Тогда многое видала, многое слыхала, многое узнала. Шахта номер 3. Но годы шли, росла Россия. И вот однажды в феврале над рудником одним впервые флаг ярко-красный залил. За ним следом рабочий сход, знамена, лозунги, народ. В те дни многое видала, многое слыхала, многое узнала. Шахта номер 3. Настал террор, гвардейцев банда взяла шахтера в рот. Сказали кратко, пропаганда, и потащили в штаб к реке. Допрос был прост, удар наган, и кровь 6 смертельных ран в ту ночь. Многое видал, многое слыхала, многое узнала. Шахта номер 3. Уж много лет советской власти заводы крепнут с каждым днем. Шахтера кровь скрепила части живою памятью о нем. Спасая свой родной Донбасс, погиб шахтер, но шахту спас. С тех пор многое видал.
слыхала, многое узнала. Шахта номер 3, шахта номер 3. Ну а что же наши забавные Непманско-пролеткультовские кирпичики? Как сказал Николай Андреевич Римский-Корсаков, когда произведение становится очень популярным, оно заслуживает внимания. Почему так произошло? Кирпичики живы и до сих пор. И наши лауреаты Романсиады сейчас вам напомнят эту чудесную песенку, созданную в 1923 году. Герман Юкавский и Майя Балашова. На краю где-то гроб тоже валит. Я в возрасте родилась лет 15, горе мыкая, на кирпичный завод нанялась. Было трудное время первое, но потом, проработавши год, веселый полюбил. Тут пошла война буржуазная.